Обалдеть. Гигант. Классно. Конёк. Соблазнился все-таки. Хороший. Догнал. Ходит кругами как.
Ой, какой, ребят. Ну, можем уже. Что-то достойный. Сейчас он тут выдает кульбиты у самой лунки. Лещ. Не хочет заходить с меня. Все, пошел, пошел. Лещ. На Мурмаш Зуева оригинал. Кайф. В другую сторону гулять. Ну, жестко. Окунёт, наверное. Точно. Как хватнул Мурмаш. Ну, чё. Запузырил, как его. Что достать надо, умудриться. Рыбка достойная. Рыбка сопротивляется.
Одно упустил, начал поднимать. Телок загибается, я взял и подсек. Хороший был. Ходит жестко. Ой-ой-ой. Вау. Смотри, качу. Швыривает леску. Со дна.
кровати, он сидит. Начал пускать мормушку, а кивок хоп, выпрямился. Все, села рыбка. Взял камеру и пошел по лункам. На некоторых лунках показывают достаточно хороших окуней. И посмотрел, специально камеру опустил прямо в дно, посмотрел то, что прикормки-то уже и нету. Вот, поэтому сейчас повторно замешаюсь. Сейчас еще как бы день, и до вечерки еще как бы время есть. Поэтому сейчас повторно замешаю корм, лунки закормлю. И я думаю, что прям к вечерку должен подойти лещара. Вот. Ну и плюсом ко всему сейчас, наверное, буду освобождать свой ящик, потому что уже, ну, прям мозоли уже натер. Очень тяжелый ящик стал. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую свой сегодняшний улов. Такая нехилая, солидная куча рыбы попала. Окунь хороший, лещ. Вот так вот. От души вообще порыбачил. Прям во. О. В общем, рыба вся была поймана на самодельной мормышке. Вот. И сейчас взвесим тут несколько рыбок. Значит, ну, некоторые рыбки сдохли, придется взять домой их, вот, а остальные как бы отпустим. 895 граммов, 520 граммов. Только хвостом помахал.
пузатый окунек. Вот на этой лунке-то они и стояли как раз. Приклюнулся. Вот это мощь. Вот это сила. Вот это жесть клюнула сейчас. Не откусила ничего, сорвалась, бежала. Фух. Один раз только под лункой прошла. Ну такая, ну где-то, ну такая, наверное. Вообще кошмар. Фух.
Жесть. Просто жесть вообще. Меня аж колотит всего. Приятно тащить окуней от 100 грамм и выше. Особенно на лесочку целенькую. У, хороший. Пошел окунек. У, какой. Красавчик. Смотрите, как клюнул. У, засандалил, как мормыш. Глубоко. Доверяет рыба этой мормышке. Доверяет. Ну какой. Красавчик. Не, вы видели поклевку? Просто о, бах, все жесткая какая, жесткая какая рыба. Вау, вау. Сорога вышла. Ты видела? Вот это дуринда. Сорожка вышла пожрать. Вот это кайф. Вообще огонь. О, села. Вот такой умный пенек. Тоже сопротивляется хорошо. Ну нет, сорожка тоже. Выход сороги в нем. Ну как. Ух, как тянет.
Жестко. Ёж. Еще один. Хи. Ночной хищник. Ну что, друзья, вот и подошла к завершению моя сегодняшняя рыбалка. Я должен сказать, то, что это была просто какая-то феерическая раздача рыбы. К сожалению, даже вообще просто не получилось поснимать для вас природу, потому что просто тупо не было времени. Потому что постоянно поклевки, вываживание, адреналин. В общем, я оторвался прям, обалденно оторвался. Рыбачил я сегодня только на свои собственные самодельные мормышки. В общем, все это вы сами видели, как окунь клюет на мормыша так, что аж прям залетает он у него туда. Вот какие поклевки и какая рыба клевала у нас на нимфошарик и на нимфу тоже. То есть, как бы, очень действенные получились мормышки, такие прям рабочие лошади. Очень печально то, что заканчивается этот день. Заканчиваются у меня силы, значит, начинают сгущаться потихонечку сумерки, становится плохо видно уже леску, ну и рыба уже, похоже, пошла на покой. То есть вот я прошел уже 8 лунок и, к сожалению, пока не увидел ни одной поклевки. Ну, наверное, окунь пошел спать, а ночной лещ еще не подошел. Ну, собственно говоря, была бы у меня палатка, печка и так далее, я бы тут и прям заночевал бы. Ну что ж, друзья, с вами был Владимир Зуев, без мотылка. И у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.